Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня вас хочу познакомить с новым проектом, называется InPoCoin. Это у нас автономный протокол генерации доходности и ликвидности. Каждый раз, когда кто-то покупает InPoCoin, общий объем предложения снижается, и держатели получают вознаграждение. Каждая транзакция создает ликвидность, которая автоматически блокируется. InPoCoin взимает комиссию в размере 5% за каждую транзакцию, из которых 2.5% идет на сжигание и 2.5% идет на добавление ликвидности. Уже есть добавленная ликвидность на PancakeSwap, и она заблокирована на 5 лет до 2026 года. И как же, друзья, на этом проекте нам с вами зарабатывать? Все, что нужно, это купить токен и держать у себя InPoCoin в своем кошельке. И вы будете автоматически получать вознаграждение один раз в месяц. Вознаграждение зависит от количества токенов, которые вы держите у себя на балансе. Чем больше токенов, тем больше вам удастся заработать. Общее количество токенов составляет, друзья, всего 50 тысяч токенов. И при этом будет производиться постоянное сжигание до 37 тысяч. Я думаю, здесь очень хорошенько вырастет цена этого токена. Поэтому присматриваемся. Еще здесь есть русскоязычная группа, ссылка на которую я оставляю в описании. Переходите, ознакомьтесь. Здесь, если есть у вас какие-то вопросы, задавайте, сразу же админы вам во всем помогут. Здесь уже есть много листингов там, где этот токен торгуется. Есть много социальных сетей. Все ссылки будут в описании. Переходите, также все проверяйте. На сайте есть такая информация, как адрес контракта, roadmap, white paper, аудит от TouchRate. Здесь у нас есть токеномика, как покупать и кнопочка купить. Здесь у нас PancakeSwap есть ссылочка, live chart на PoCoin. Есть еще верификация на BSC scan. Видим, что уже есть логотип. Добавлена ссылка на сайт, а также есть уже социальные сети. Холдеров, друзья, у нас больше 6000. И видим, что постоянно у нас происходят покупки или же продажи данного токена. Еще есть live chart на PoCoin. Видим, что у нас ликвидности на 7000 долларов, практически 8. В BNB это 14BNB.88. Давайте посмотрим график более подробно. Видим, что у нас был хороший памп, потом подслили. Пошла такая длительная коррекция. И сейчас цена остановилась на этом уровне. Очень хорошенько здесь держится. Следовательно, видим, что у нас зеркальный уровень. И видим здесь хорошую зону для покупки, чтобы двигаться дальше. Я бы здесь покупал и ждал бы роста данного токена. Поэтому, друзья, также вам на рассмотрение. Думайте, анализируйте и принимайте решение. Идем далее. Видим, что у нас в планах еще залиститься на Hotbit, CoinGecko, также сделать листинг, CoinMarketCap и на других топовых биржах. Есть описание по проекту. Общий supply 50 тысяч, exchange 10 тысяч, маркетинг 5 тысяч. И мы будем стремиться сжигать до 37 тысяч токенов, чтобы было в обращении. Когда это будет происходить, я ожидаю здесь хорошего роста от этого токена. Поэтому также прикупил себе этих токенов, чтобы зарабатывать на пассиве и заработать на росте этого токена. Видим дорожную карту, видим, что у нас уже сделано, видим, уже верификация была, листинг был, и видим еще, какие планы у нас в будущем. Это листинг на Hotbit, CoinsBit и другие биржи. Еще в планах у нас CoinGecko, CoinMarketCap, сделать апдейт своего сайта. И еще в планах сделать свое мобильное приложение, которое можно будет скачать на Google Play, а также App Store. Есть социальные сети. Переходим, также смотрим. Здесь у нас есть информация, как покупать на PancakeSwap. Полнейшая информация, полная. Кому интересно, кто особо еще не разбирается, вот вам эта информация. И важно, друзья, что нужно ставить проскальзывание от 5 до 10, когда вы продаете или же покупаете данный токен. Переходим в Twitter. Здесь у нас подписчиков больше 6000. Давайте посмотрим по публикациям. Видим, что у нас будет сжигание 5000 токенов с декабря по январь. Видим, что у нас постоянно делают посты в Твиттере, это очень хорошо. Видим также хорошее отзывчивое комьюнити, много лайков, репостов, также комментариев. Так что подписывайтесь, кому интересно, ссылка будет в описании. Кому понравился проект, ставим лайк, подписываемся на канал и пишем свои, друзья, комментарии. На этом у меня все. Всем, конечно же, профита, друзья. Пока-пока.